Всем привет! Будем делать сегодня с вами вот такие чебуреки. Приступаем к готовке. Делаем тесто. Нам нужен кипяток. Вот видите, какая горячая вода. Наливаем кипяток. Добавляем соль. Немножко сахара. Все, и сейчас будем вводить муку. Так как оно горячее, надо чем-то мешать. Так, вводим муку. Размешиваем. И у нас получится заварное тесто. Столовую ложку растительного масла добавьте. Я все делаю на глаз. Смотрите сами. Вот у меня мука, вода, сахар, маленькая ложечка, масло растительное и соль. И я потом руки маслом смазываю, чтобы тесто не липло к рукам. Смотрите, какое оно должно получиться. Вот, на немножко сейчас его оставим на 20 минут, пока мы казан разогреваем и масло нагревается. И будем потом готовить. Берем фарш. Фарш добавляем вот такой вот. Соль с чесноком уже. Мы делаем без лука. Ну, по-хорошему, надо лук добавить. Добавляем воды. Чтобы у нас он был. И хорошо перемешиваем, чтобы он был сочный фарш. Надо еще воды. Вымешиваем хорошо, смотрим, если не сильно он жидкий, еще добавьте. Вот, смотрите, какой фарш получается. И тогда они будут сочные у вас. Но если вы еще лука добавите, то еще будут сочнее. Так, раскатываем наше тесто. Раскатали тесто. Берем наш фарш. Кладем фарш наполовинку, накрываем, прижимаем. Чтобы края были красивые, берем вилочку, вот так вот вилочкой. Дин-дин-дин-дин. И все. Сейчас идем нагреваем масло и будем жарить. Наливаем масло. Начинаем жарить. Смотрите. Оп. Какие пузырчатые. Красивенькие. Смотрите, какие на них пузырики. Хрустящие, очень вкусные. Мы уже попробуем. Ну как? Вкусно. Смотрите, какие они внутри. Хрустящие получились и сочные. Ну,
Пока. Пока. Всем приятного аппетита.